Это сложная задача, которая стоит перед скульптором. Почему? Потому что Солженицын очень непростой. Вот он такой многогранный, он очень разный. В нем огромная энергия, как бы заключенная, так сказать, вот, творческая энергия и гражданская, так сказать, его суть. Это будет очень тяжело. Я думаю, что это должен быть памятник, конечно, в полный рост. Мне так представляется. Но, вы знаете, художники, которые примут участие в конкурсе, наверное, у них у каждого свой Солженицын, свое видение. И наверняка кто-то из них наиболее полно передаст вот, и солженицынский характер, и солженицынское творческое начало. В общем, одним словом, солженицынский гений. Я думаю, что конкурс на памятник Солженицыну, он бывает, вот, это конкурс такого масштаба, который бывает редко. Почему? Потому что но все-таки людей гениальных, соразмерных по своему масштабу Солженицыну не так много. И, конечно, для наших скульпторов, для наших мастеров это удивительный шанс сделать памятник человеку, которым гордится Россия, и которого знают во всем мире. Есть в России немало памятников, действительно очень ярких, очень точных. И здесь такая же задача стоит перед мастером, который будет ваять Солженицына, чтобы совместить творческую гениальность и его, конечно, великую гражданственность.